Все как на ладони, но в современной версии, как на мониторе компьютера. Информацию о том, чем занимается правительство Чувашской республики, теперь можно получить одним кликом мышки. На интернет-портале органов государственной власти появился новый раздел «Открытые данные». На что тратятся средства из республиканской казны, какая экологическая ситуация на данный момент в регионе, что с уровнем преступности. Еще в 2009 году в России вышел федеральный закон, который призван обеспечить всем неравнодушным гражданам доступ к информации о том, чем занимается правительство и что вообще происходит на местах. Всем регионам рекомендовали создать портал открытых данных. Сейчас в Чувашии завершается работа над его созданием. Информацию, которую планируют там разместить, можно было и раньше найти на сайте органов власти Чувашии. Однако теперь все станет намного проще и удобнее, обещают в Мининформполитике. Данные соберут в одном месте и структурируют. Кстати, для удобства предусмотрели и следующий момент. Наш портал открытых данных, что является вот такой фишкой, он синтегрирован с геопорталом. Мы, зайдя на наш портал открытых данных, допустим, выбрав центр занятости, допустим, Батыревского района, мы нажимаем на кнопку и видим уже на карте этот центр и уже адрес, и как проехать, и мы уже, ну, как карта Яндекса, существует точно так же на нашем портале открытых данных. Это является нашей фишкой, и пока вот, ну, может, у кого-то есть, но пока мы идем вот по этой части в передовиках. Сейчас портал заполняется информацией. В полную силу он должен заработать уже в конце декабря.